Худший вид проституции. Поп плюнул в умирающую от рака Заворотнюк. Как считают специалисты, стремительное развитие раковой опухоли в мозге у Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедуру ЭКО. Именно к ней в начале 2018 года прибегла актриса, чтобы в октябре стать матерью девочки Милы. Но православная церковь считает это страшным грехом. Процедура ЭКО неприемлема и противоречит канонам церкви, уверен глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов. Естественный путь размножения нарушать нельзя. Да, порой Господь лишает пару шансов стать мамой и папой. Но что мешает взять малыша из детского дома? Однако они выбирают обходной путь. ЭКО. ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. Вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Ее суть заключается в том, что яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют ин витро. Далее в пробирке происходит развитие эмбриона. 2-5 дней перенос эмбриона в полость матки. Самое страшное. Делают не один эмбрион, а несколько. Продолжает поп. Затем ненужные просто убивают. Но ведь там уже зародилась жизнь. О какой духовности тут идет речь? Люди плюют на постулаты церкви, а затем решают крестить. В том, что Анастасия Заворотнюк оказалась на грани жизни и смерти, служитель церкви видит закономерный итог попытки стать на место Бога. ЭКО дано, чтобы люди пришли к осознанию чего-то, иногда даже через испытание болезнью, заявил Смирнов. Внимание на экран. Сбрось лишнее. Выиграй миллион, который 10 лет шел в программе «Здоровье», сегодня. Фонд социального страхования, в местное отделение фонда, написать там заявление. Но еще большим грехом он считает суррогатное материнство. Худший вид проституции, цитирует главу Патриаршей комиссии по вопросам семьи журнал «Стархит». Женщины отдают свое тело на 9 месяцев. В Германии за подобные услуги сажают в тюрьму, а у нас одаривают финансами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Отец Фриски о войне с Шепелевым. Ничего у нас не меняется. Беспардонный Трамп грязно надругался над Зеленским. Маркл сверкнула нижним бельем в отсутствии мужа. Мужской сексуальности ему не дано. Соседов размазал Лазарева после бурной ночи в гей-клубе. Не жрать. Резко схуднувший на 30 килограммов Киркоров всколыхнул общественность. И многое другое.